Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Ну зря вы не видели. Ну, зайдите на YouTube. Найдите на YouTube, наберите тренинг по-американски и посмотрите. Там приезжает в контору, которая продает недвижимость к агентам, приезжает представитель центра, нанятый хозяином. Его играет Алек Болдуин. И с ними разговаривает, с этими агентами. Они сидят такие полудохлые. Мужики такие взрослые. И они продают землю по наводкам. Хозяин дает им наводки на людей, которые интересуются землей. И эту землю они должны продать по наводкам. То есть агенты, недвижимость, землю продать. И дело плохо идет. И хозяин нанял парня, который бы поехал и их встряхнул бы там. И вот он приезжает туда и говорит, а они сидят там, такие все замшелые. Он говорит, я приехал вас спасти. Знаете, да, уже все привычно, уже все, денег нет, люди уроды, никто ничего не хочет покупать, кредит, все смеются, наводки хилые, значит, ну все, все, все обычно, такая, да, вот такие. И он говорит, я, ребята, приехал вас спасти. Один встает, пошел пить кофе, пожилой. Он говорит, поставь кофе на место. Кофе пьет тот, кто продает. И ты, сукин сын, считаешь себя коммерсантом? А один соскакивает, я эту ерунду слушать не буду. Зря. У меня для вас хорошая новость. Вы все уволены. Тот сразу раз сел. Что, стало интересно? Вот как надо разговаривать с людьми, которые занимаются торговлей. Что, стало интересно? Вам, говорит, дали наводки. Люди просто так не интересуются землей. Вам нужно пойти и продать эту землю. Если вы не сможете, то вы ни хрена и не стоите. И тогда получаете под зад коленом и валите отсюда. А этот спрашивает, а кто вы такой вообще? Как вас зовут? Кто вы такой? Он говорит, пошел нахрен, вот как меня зовут. Думаешь, почему я так тебе говорю? Потому что ты приехал сюда на корейском драндулете. Говорит он ему. А я на БМВ за 80 тысяч. Вот как меня зовут. Потом снимает часы и говорит, видишь эти часы? Видишь эти часы? Видишь эти часы? Он говорит, вижу. Эти часы стоят дороже твоей машины. Я за прошлый год заработал 870 тысяч. Или там 975 тысяч. А ты никто, понял? Скажешь, хороший парень, хороший отец, иди играйся с детьми. Не можешь продавать, пошел вон. Разговор закончен. Америка. Пришел в бизнес, зарабатывает деньги. Чего тут сопли жуешь? У меня не получается, они за мной смеются, они не хотят, у них нет денег. Мне в скайпе парень пишет, вот Олег, вы читали на практике, да, разговор? Да. Вот Олег Григорьевич. Он так иногда мне, знаешь, подбросит мне такую мысль. Вот с кем мы имеем дело. О, люди-то какие. Родственнички-то, уроды. Я его дал попробовать, а он говорит, выброси. Двигатель запоришь без мягкого знака. Запоришь без мягкого знака. Выброси. Вот они, родственники. Долбанутые. Разве с такими дело сделаешь? Кашу сваришь? А я им пишу, так я сам такой, как они. Мы все такие, когда к нам что-то предлагают, то мы ведем себя так. Мы даже не знаем, о чем идет речь, мы на всякий случай отшиваем человека. А ты как хотел? Ты рот открыл, и все побежали тебе в карман деньги совать. Ты же на рынок вышел. На рынке битва идет. Посмотрите, что делается. Они шпионят друг за другом, убивают друг друга. Они вкладывают денег больше и больше. Они воруют секреты. Вы че вообще? Рынок! Я вам опять говорю, война! А ты вышел никакой, голый, босый, хилый, слабый, неуверенный в себе, не умеющий ничего делать, непрофессиональный человек, и пришел, ё-моё, они никто ничего не покупают. Они нехорошие, я так никогда не разбогатею. Они не выстраиваются в очередь к моему МПДЖ. Я им принес благо такое, понимаешь, ты...
чтобы экология была, чтобы у них экономия. Они не понимают. Так это ты никакой. Кто понимает, что я говорю? Некоторые не понимают, что он не является никем, ни профессиональным человеком, не умеет, не знает и претендует на что. Значит, нам надо стать. Я вас уверяю, стать кем-то. Я вас уверяю, наш бизнес в 1000 раз проще, чем то, чем занимаются, например, те же агенты по продаже недвижимости. Или в ресторане бизнес делать. Или на станции техобслуживания. Или шины продавать. Или в торгово-развлекательном центре стоять в отделе или поставить в отдел человека своего накупить товар. Например, часы. Или, например, бижутерию. А? Или, например, посуду. Или тряпочки, которых так мало в этой стране. Адидас. И все строим сразу дела в Адидас. А? Или, может быть, спортивные тренажеры. Я вчера купил себе спортивный тренажер. Придешь в зал, огромный зал, сидит такой шкаф и отдыхает. Сутками отдыхает, потому что. Один человек в неделю заходит. Вы понимаете это или нет? А у нас за 30 баксов взял бизнес и через 2 года миллионер. Где вы такое видите? А через год каждый день 1000 баксов. Где вы такое видите? И главное, людям помогает. Так если смысл учиться? Да. Кто-нибудь видел когда-нибудь лопату? Знаете, как еврей в колхоз пришел устраиваться? Да. И говорит, вот я пришел устраиваться на работу. Ну, вот бери лопату и иди копай. Он говорит, а где моторчик? А где ты видел лопату с моторчиком? А где вы видели еврея с лопатой? Эй, люди умные, поэтому они с лопатой. И люди обращаются. Они лучше в банк, что правильно. Правильно или нет? Зачем нам лопата? Это тяжелый труд. Молодые ребята, вот сейчас я со строителями имею дело, 25-30 лет, они уже полуинвалиды. Кто на стройке поработал с нами? Я правду говорю? Да. Грыжа паховая, пуповая, или как она называется. Грыжа у всех, камни таскают. Корячится под жарким солнцем. Страшная вещь. Капитаны команд есть? Есть. Стать капитаном команды.